Привет, друзья! С вами Денис Коновалов, и в этом видео у меня для вас важная новость. У меня к вам следующее предложение. Я запускаю новую рубрику. Это будет анализ ваших каналов по вашим заявкам. Бесплатный анализ каналов с точки зрения их оптимизации. Я и мой партнер Александр попробуем проанализировать ваши каналы, понять, в чем у них проблемы, какие места необходимо исправить, разработать методы оптимизации ваших видео и ваших каналов и подсказать, помочь с правильной стратегией развития именно для вас, для вашего канала, для вашей тематики. Видеоролики будут строиться следующим образом. Вы оставляете в комментариях заявки на анализ вашего канала. Мы выбираем каналы, выстраиваем очередь для анализа и дальше начинаем их рассмотрение. За один прием мы будем рассматривать один канал, будет комплексный анализ, комплексное рассмотрение всех аспектов оптимизации, мы будем смотреть главную страницу, расположение роликов, как все там правильно или построено или нет, мы будем смотреть отдельные страницы каждого видео, насколько корректно подобраны названия, описания и теги, насколько соответствует, насколько удачная персонализированная картинка, как используются аннотации, как используются поисковые подсказки, что можно рекомендовать для данного видео. Мы будем просматривать сами видеоролики, смотреть, что можно улучшить, в чем могут быть проблемы, или что наоборот сделано правильно, что нужно, на чем акцентировать внимание, а что исправить. Дальше мы посмотрим организацию ваших видео по плейлистам, дадим рекомендации в связи с плейлистами, рассмотрим, как вы ведете общение с вашей аудиторией посредством комментариев. Посмотрим ключевые слова вашего канала на странице сведений о канале, ссылки, которые там добавлены, и как можно расширить взаимодействие с социальными сетями. Может быть, вам какой-то собственный сайт порекомендовать создать. У нас есть люди, которые могут помочь вам с сайтом. И, конечно, будем смотреть описание вашего канала. Кроме этого, будет анализироваться внешний вид, визуальное оформление, это, конечно, шапка, это, конечно, значок канала, связанная с ним страница Google+. Вот такой общий план анализа. Видео будет построено таким образом, что в начале рекомендации высказывает один человек, потом другой. То есть, к примеру, сначала я говорю по данному вопросу, потом высказывается Александр. Таким образом, вы получите комплексное мнение специалистов в области YouTube и сможете оптимизировать ваш канал, увеличить его показатели эффективности, более активно набирать просмотры и подписчиков, и сможете разработать более эффективную и более удачную стратегию продвижения на YouTube. Итак, что нужно сделать, чтобы подать заявку на анализ вашего канала в следующих видео из данной рубрики? Необходимо прямо сейчас в комментариях написать адрес вашего канала и краткий комментарий. Можете писать так: канал на такую-то тематику, ссылка на канал, хочу достигнуть следующих результатов, планирую делать то-то. К примеру, мой канал на тематику обзор автомобилей, вот ссылка на мой канал, я хочу, начал его развивать там, к примеру, месяц назад, хочу через полгода набрать 10 тысяч подписчиков, 2 миллиона просмотров, планирую снимать в видеосалонах обзоры автомобилей раз в неделю, там российские бренды, например. Вот в таком формате подавайте, пожалуйста, заявку на рассмотрение, обзор ваших каналов. Мы их проанализируем, и какой канал будет выбран первым для анализа, вы узнаете уже в следующем видео. А сейчас, пожалуйста, в комментариях подавайте заявки, будет интересно. Всем спасибо, с вами был Денис Коновалов, всем пока!